Сразу отвечу на вопрос, почему бы не воспользоваться классическим кремом для обуви. Я уже однажды почистила конкретно эту пару обуви, которая, как вы видите, имеет необычную кожу, она слегка отполирована до блеска. Это такой производственный уже эффект, и у меня несколько пар подобной обуви. Если чистить классическим черным кремом для обуви подобную кожу, она становится матовой. И потом приходится полировать до блеска. Также классический крем для обуви, который, безусловно, у меня имеется, забивается в строчку, но самое главное, он заполняет тракторную подошву. И выглядит это действительно некрасиво. Однажды почистив конкретно эту пару классическим кремом для обуви черного цвета, мне потом пришлось еще очень много работать над тем, чтобы вернуть первоначальный блеск и очистить непосредственно рифленую верхнюю часть тракторной подошвы. Я давно знала, что справиться с задачей чистки обуви может самый обычный кондиционер для волос. Но когда все мои кондиционеры закончились, я их раскломила, я их просто-напросто больше не покупала. Недавно я приобрела снова кондиционер для волос, самый дешевый, который нашла в супермаркете, для того, чтобы почистить кожаный диван. Обрабатываешь влажной тряпкой с небольшим количеством кондиционера для волос, кожаный диван светлый в моем случае, и действительно загрязнение уходит очень хорошо, это видно на тряпочке, если взять ее, допустим, белого цвета. Как необходимо чистить кондиционером для волос абсолютно любую поверхность, которая для этого подходит. Необходимо, чтобы ваша тряпочка была влажная. Также важно, чтобы кондиционера не было слишком много. Я, наверное, переборщила. Очень сложно записывать видео и одновременно чистить обувь. Кондиционера получилось слишком много, в определенный момент вы заметите, он начинает пениться. И если говорить о кожаном светлом диване, это, кстати, может быть также кожаный салон автомобиля. Именно благодаря такому пенящемуся эффекту загрязнение удаляется с большей легкостью. В целом кондиционер необходимо после того, как вы первично обработали поверхность, оставить на буквально 5-10 минут. Все, конечно же, зависит от загрязнения, но, повторюсь, именно на светлой поверхности кожаной это видно очень хорошо. На темной подобный эффект того, что вы оставили на 10 минут кондиционер на уже увлажненной поверхности, действительно заметить сложно. Посмотрите, я отдельно обрабатываю край тракторной подошвы, и вы увидите, что и туда забивается кондиционер для волос. Его оттуда достать тоже очень сложно. Но когда высыхает кондиционер для волос, он становится прозрачным. А вот как раз-таки крем для обуви оставался черный, забивал поверхность обуви, и она выглядела не очень красиво, к тому же она выглядела слишком матовой. Подобным способом можно очистить также сумки, хотя желательно все-таки попробовать действие кондиционера на внутренней поверхности сумки. Я, например, свою темную сумку коричневого цвета Birkin чистила перед отправкой покупателю именно таким способом. Вообще все сумки я на самом деле чистила таким способом, если на них нет матового, как будто бы матового налета. Также таким способом можно очистить перчатки. Очень легко и просто. Надев перчатку на руку, вы сможете быстро удалить все загрязнения. Такой способ подходит также для любой кожаной обуви, не обязательно с таким специфическим финишем, когда она как будто бы отполированная. И поскольку я начала чистить обувь, то я решилась также пройтись и по сапогам. Видите, как кондиционер забивается в строчку. Но это не страшно, потом он становится полупрозрачным, его совершенно не видно. Кондиционера снова много, и он как будто бы пенится. Но этот эффект через несколько минут пропадает. Также кондиционером можно почистить, конечно же, куртки. На самом деле применение кондиционера на этом не ограничивается, я просто решила сегодня почистить обувь. Но раз уж начала использовать кондиционер, почему бы не помыть в том числе и раковину? Посмотрите, кондиционер снова как будто бы начинает пениться, он удаляет абсолютно любые загрязнения, он удаляет даже известковый налет. Кстати, очень удобно удалять известковый налет с леек, которые забиваются как раз-таки уже камнем, который формируется из известкового налета.
Кондиционер для волос – отличное чистящее средство, если вам помогает ребенок, либо если он вынужден присутствовать в силу своего маленького возраста при ваших домашних делах, в том числе и уборке, допустим, в ванной комнате. Безусловно, вдыхать кондиционер менее вредно, чем любое чистящее средство. Я нашла грязную раковину в своей квартире. Часто мне говорят: «Яна, ты уже чистишь чистые поверхности», и действительно, предыдущая раковина была достаточно чистая, но я зашла в ванную комнату своего старшего ребенка, где он проводит уборку самостоятельно, и, по всей видимости, несколько раз он эту уборку просто-напросто пропустил. И посмотрите, известковый налет очень легко удаляется и здесь. Я на самом деле была не готова к съемке. Телефон держу непосредственно в руках, он не на штативе, но зато вы видите, что нет никакого монтажа, когда можно отрезать часть процесса, обработав поверхность чем угодно, но не тем, что ты показываешь, и показать потом действие того средства, которое ты хотел продемонстрировать. Посмотрите, я чищу и полностью очищаю самым обычным кондиционером для волос, который, кстати, стоит, по крайней мере, в Италии, дешевле, чем чистящее средство, но на самом деле является гораздо более эффективным чистящим средством. Посмотрите, все чисто, аккуратно. Безусловно, не дезинфицируется поверхность, но опять же, если вы постоянно делаете уборку, делаете это регулярно, то необходимости дезинфицировать поверхности в целом не возникает чаще, чем раз в неделю, и для этого я обычно использую 100% либо 98% спирт, сейчас точно я не вспомню. Ну и раз уж я решила показать, как удаляется известковый налет, то можно обработать также и смесители. Посмотрите, смесители хромированные, они не матовые, они блестящие, но при этом не остается ни жирного налета, ни капель. Потому что достаточно потом просто ополоснуть водой поверхность, и она определенным образом стекает, и известкового налета не остается вообще, либо он образуется гораздо медленнее. Удивительно, но кондиционер для волос подходит также для того, чтобы очистить от любого типа загрязнений, прежде всего известкового налета и следов воды, душевую кабину. При этом стекло может быть абсолютно прозрачным, и вы увидите, что оно не останется матовым, и на нем не останется никаких следов самого кондиционера. Меня часто спрашивают, а не будет ли поверхность жирной? Нет, она не будет ни жирной, ни скользкой, ни липкой. Вы удивитесь, насколько кондиционер для волос справляется с загрязнениями лучше многих профессиональных средств. Я искренне желаю вам попробовать такой, к тому же, бюджетный и безопасный способ наведения порядка и чистоты в вашем доме. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.